первое, наверное, то, что сейчас всех привлекает за нашей спиной как раз, это ресталище и турнир. Турнир, на данный момент мы можем видеть номинацию «Щит-меч». У нас есть городок реконструкторов, в котором они живут. Там можно увидеть быт. Там же у нас проходит мастер-класс по работе с глиной. Можно взять лук в руки, можно взять в руки метательное копье, попасть, попробовать в мишень. Можно взять товарища, надеть на себя мягкий доспех и друг друга конкретно хорошенько порубить. Кроме всего прочего, у нас представлены торговые ряды, их достаточно много.